Два дня подряд в Приднестровье идет снег, на дорогах много аварий, дорожники и спасатели переведены на круглосуточное дежурство. Это бендеры. Грузовик большим ковшом сгребает грязную кашу из снега и песка. Водитель едет по заранее составленному маршруту. На сегодня поставлена задача до вечера убрать песок с солью, которыми еще с ночи дорожники посыпали дороги. Надо, чтобы вся эта каша не превратилась в ледяной слоеный пирог. На ночь обещают мокрый снег. Если выпадет дождь, то будет, скорее всего, подсыпан реагент. То есть для того, чтобы этот лед образовавшийся подтаял. И будем смотреть. А если будет выпадать снег, то, скорее всего, поедут маны на расчистку или песочники наши будут разбрасывать. Бендеры готовы посыпать дороги специальным реагентом. В городе говорят, техники и топлива хватает. Есть и план действий на случай снегопада, но дорожники поспевают не везде. В центральной еще посыпаются, а чуть в сторону уже плохие дороги. Ну, утром было скользко. Сейчас все растаяло. В течение суток должны быть очищены основные магистрали города. И до 3 дней должны быть расчищены все второстепенные дороги в случае обильных осадков. Понятно, что на момент мы все сделать не сможем. В Тирасполе дорожные службы тоже в режиме повышенной готовности. Спецтехника вышла на дороги в 2:30 ночи. Главные городские улицы, спуски, подъемы, эстакады и мосты посыпали песком и солью. Эта ночь для дорожников тоже легкой не будет. Штаб Главного управления по чрезвычайным ситуациям объявил на завтра штормовое предупреждение. На дорогах будет скользко, спецтехника будет работать ночью. К утру, когда все едут на работу, основные магистрали и улицы должны быть расчищены и готовы к проезду транспорта. Наталья Ткачук и Михаил Белый, ТСВ.